Приятного аппетита, мы играем в Dying Light. Ляха-муха, что ж ты. Кажется, я нашел способ забраться на этот верх. Побежали, побежали, побежали. Молодцы. Так. Как будто вот, ну это, из последних сил прыгает. Давай, давай, быстрее, 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 быстрее. Темнеет. Так, не пробежал ли? Пробежал. Так, может, что интересно есть? Может, и есть. Так, тут такая у нас херовина. Неприятно. Еще раз. Так. Давай, давай, давай. Далековато. О, видите, а вот как он достает тогда, непонятно, если он уже падает. Так, ладно. Пробуем. Эй! Чувак, ты чё, прыгать разучился? Воу, тихо. Ух, ёксель-моксель. Ты чё, болтун, что ли? Эй, почему не допрыгивай? Он не допрыгивает. Хотя я прыгал, правильно? Так, а тут есть еще одни такие же половицы. Попробуем с них. Или может, можно так прыгнуть? Можно. Что-то я тупняк включил. А тут лесенка есть. Она ведет вниз. Ой! Ладно. И чё? Типа и ничего? Ладно. О, господи. Тут бы еще не навернуться вниз. О, тихо. О, как тут все сожрано. Автобус? А крыша? Класс. Так, ладно. Воу. Сейчас было бы прикольно, если бы перепрыгнул эту дырку, но упал бы в эту. Так. Как же нам туда забраться, а? Так, ладно, сейчас разберемся. А, вот я и тут. Пришлось воспользоваться читерским способом. Okay, lights are all set. You're waiting for the next one, then?
для новичка. Так, значит, ситуация тут у нас такая. Воу, тихо. Мне пришлось включить побольше скорость. Поэтому я теперь бегаю как... Да запрыгивай ты. Как полуумный. Тихо. Электропотенты? Недалеко? Дайте, я узнаю. Ну, конечно, ближе, чем это, но... Ладно. Так, как? Как присесть? Кто-то кого-то жрет, мне кажется. Мне кажется, там кто-то внутри. Чуть синенькая там, наверное. А газовая труба. Блин, опасно. Так, давайте попробуем взломать. А, один я взломал. А в Elder Scrolls была возможность такая, если вы не можете типа самостоятельно открыть, типа автовзлом. Вот. Там типа был какой-то определенный процент. Взломается. А, отмычка. Жалко, здесь такого нет. Реально задолбывает. О, еще газовая труба. Ладно, давайте сюда залезем. Ух, ёба. Здорово, у него молоточек-то. Так, как мы его будем бить? Вау! Иди, зараза, сюда. Нормально так. Нам надо, наверное, чтобы он... Воу, тихо. Сюда давай ударь. Воу! Я был прав, да? Я, кажется... привлек на свою жопу. Так. Как свет включить? Так, с этим понятно. Подсказка, наверное, да?
Фонарь-то? Интересно, с чем это связано? Уж этот прекрасный запах. В. А, F отменить. Давай. I've got the substation reset, but if the grid shorted once, you know it could happen again, right? You leave the electrical engineering to me, okay? Just get your ass to a safe zone. You're gonna have to spend the night there. Так. О. О, да-да-да-да-да-да-да-да. Чертёж чего? Так, давайте еще попробуем. О. Нормально, в принципе, можно. Можно, можно. Инвентарь заполнен. Отлично. Так, давайте это разберем. Это разберем. Выносливость закончилась. С одного вот, так сказать. Щелка, я чувствую, сейчас там что-то жопа будет. Да. Тут будет жопа. Так, в безопасную зону. Воу, что-то я не туда пошел. Извините, ребят. Давай, 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 давай. А, ну, я не знаю, вроде говорили о том, что они нападают быстрее, а это что-то... Что-то они нихера не делают. Им вот эта ловушка больше нравится, чем... Я такой. Воу. Вкусный. Опа. Ща нападет. Сверху не будет. Нет? Saw this freaking weird zombie. He's covered in big green blisters. It hauled ass as soon as it spotted me. You know anything about it? Not enough information, I'm afraid. But if you see another one, do let me know, will you? Тайник игрока. Так, давайте, знаете, что сделаем? Что-то про черти. А... Электротруба у нас есть, шокер, нет? Ключевой поцелуй. Хм. Так, констебль, лом.
Давайте создадим, чё б нет. Вот, кстати, сюрикены делаются из бичевы и клинка. Так, давай попробуем. Оп. А, у меня все равно оружия нет. Ладно. Сейчас проспимся и посмотрим. Спайк, что происходит? Что-то плохое случилось. Мы должны поговорить. Окей, дай мне сек. Вы завершили пролог. Теперь доступен совместный режим. Нажмите Escape. Ок. Нажмем. Эта игра тоже больна тем, что одно движение на открытие и закрытие. Ну, запрыгивай давай. О, красавчик. Так, а вот как нам... Навык ловкость. Ползать по шесту, ускориться, фонарь, чувство выживания. Ага. Окей, а сюрикен где? Вау. Это было классно. Металлические детали, это очень хорошо. Ой, теперь, ребята, извините. Воу! Нормально, он так бегает. Так, ребята, не повторяйте моих ошибок. Так. Так, ребят, давайте, прежде чем разговаривать с этим... Хотя, давайте что поговорим. What's up? From now on, if you need something, come see me. And to start with, use a UV flashlight and a remote control. You run up on a volatile, give him a face full of UV, or lead him into a trap which you can trigger with that remote. You got it? Got it. Perfect. Now for the bad news. Brecken. Despite your efforts, Brecken's mission failed. Shit, is he okay? He's alive. But you need to get back to the tower. Jay called all the scouts in, and that means you. Okay. Wonder if I'll finally get to meet Brecken in person. Тихо. Отлично. Ага. Так, не зря с ним поговорили. Так, что нам там... Навыки, да, прокачались. О, отлично. Упаковщик. Научитесь эффективнее получить 4 чеки. Оружие.
Сражаться без устали, бегать быстрее, лучше видеть в темноте или станете более стойким к ударам. Нет, пока я считаю, что это важнее. Мастер упокоимости еще там увеличится, отлично. Теперь уровень силы. Удар ногой оглушит врага с вероятностью 10%. А это поразите метательным оружием до 3 врагов за раз. Это для сюрикенов, наверное. Ну, блин, это тогда надо 3 сюрикена. Я предлагаю это использовать. Вы в безопасной зоне. Я даже не могу пнуть. Ладно, давайте до следующего раза. И в следующий раз мы обязательно с вами заглянем в нашу любимую башню. Хотя лучше бы я туда переселился. И там уже будем разбираться с этим Брекеном. Все, ребята, до встречи. Пока.